Эй, всем доброе утро, всем отличного настроения. Сегодня вы с нами будете завтракать. Мы приехали в Yildiz Park. Помните, в одном из видео, там, где я рассказывала про Семит, и мы тоже гуляли в этом парке, и тогда был Açık Büfe на улице, но сейчас похолодало, минус 13 в Турции, это уже зима, это холодно. Я говорю своим, давайте позавтракаем на улице, чудесная погода. Нет, холодно, поэтому мы вам покажем здание внутри. Если вам интересно, оставайтесь со мной. А вот и непосредственно завтрак. Помните, я вам называла цену, по-моему, либо 30, либо 35. Варенье. Вишневое варенье. Кто на диете, хлопья может взять. Дальше. Красота. Вот, наемся сейчас. И не такая диета мне не поможет. Вот так. Afiyet olsun babacığım. Ой, у меня уже разыгрался аппетит. Очень сильно. А у вас? Что бы вы съели сейчас? Пишите. Так, после завтрака я хочу вам показать красоту этого здания. Смотрите, как красиво. Очень красиво, правда? Так, напоминаю, что находится это все в Yildiz Park'е. Хотите, могу вам показать еще и дорожку. Ну, там люди кушают. Ой, как здесь красиво. Согласны со мной? Очень красиво. Ну вот, люди завтракают. Всем приятного аппетита. Как мило, даже здесь есть чуджук, батым и десы. Смотрите, как мило. Если вам надо поменять памперс ребенку, запросто, даже в таком прекрасном месте. Без проблем. Все сделано для комфорта. Не пьешь? Байрамы? Байрам. Зай. Не байрамы, анлат? Cumhuriyet байрамы. Bugün Atatürk 29 Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu. Osmanlı İmparatorluğu bitti. Artık Türkiye Cumhuriyeti başladı. 29 Ekim 1923'te. Bundan 93 sene önce. Bayramı kutlu olsun. Ben sana teşekkür ederim. Сегодня в Турции большой день, 29 октября 1923 года. Османская империя развалилась и стала Турецкая Народная Республика. Поэтому сегодня всех поздравляю с этим праздником. А мой муж пока мне делает чай. Лимоночек. Лимоночек, да. А вот и люди уже собираются. Потеплело, видимо. Минус 13, не такая уже и зима. На улице замечательная погода, правда.
Мы позавтракали внутри. Ой, какая красавица или красавец. Ой, красавец. Вы смотрите, какая красота. Всю осень. А вам без они. Везде коты, везде коты. Белелар, баба. Так, если получится, я вам покажу сейчас попугайчика. Смотрите. Увидели? Такой большой зеленый. Эветчик, ты мама, типа. Горбушечка сидит, наблюдает за всеми. 300 лет. 300 лет живут птички. Они и османов видели, и султанов, всех. Итак, дорогие мои, я напоминаю вам, что мы были сегодня в Йылдыз парке, в этом замечательном ресторанчике. И там был Ачик Буфе. Что это? Это у нас получается все включено. Заплатили мы 35 лир. Очень вкусно покушали. Настроение отличное. И сейчас погуляем немножечко по парку. Кстати, погода тоже замечательная. Правда, солнышко зашло, но это не меняет нашего настроения. Эй, дорогие друзья! На этом буду заканчивать наш прекрасный, отличный влог в Йылдыз парке. Мы с вами позавтракали. И вы обязательно напишите, что вы хотели бы съесть из этого открытого завтрака. Но это мы будем заканчивать наше видео. И всем пока, я иду домой! Ставим лайки, делимся этим видео,